Что там? Ваши ставки пишем в комментариях. Что такое интересное нашли? Эти три сраки торчат. Каждому интересно. Лекси попробовала, Рокки сошел. Что это такое? Майки, что это мы нашли? Что, будем заходить смотреть? Не-не-не-не-не, Майки, вышло. Вижу там битое стекло. Майк, ко мне. Вышли. Фу, Майки. Нельзя. Отошел. Нельзя. Майк, нельзя. Чей-то череп. Ребята, череп какого-то животного. Вот такое у нас сегодня доброе утречко из соснового сруба. Так, а где же наша хвостатая банда? Сейчас посмотрим. Вот они, мозаики, да? Привет, все взбодрились, жопки. Вы прикиньте. Тихо. У меня такое ощущение, что вы с нее долги выбиваете. А? Два коллектора. Что здесь произошло? Вы прикиньте, я был здесь с Рокки и с Майком 5 лет назад. Рокки, раздуплись. Осторожнее. Майку был совсем 1 годик, а Рокки 0.5 года. Когда сосновый лес, такая бодренькая природа, сразу снежочек здесь прохладно, не то что в городе сразу снег тает. Ох, давно я не просыпался в 7 утра, и такой кайф, такое бодрое состояние. А вот эта банда здесь, конечно, уже успела накуролесить. Все, уже хотели сделать подкоп. То есть забор у нас бетонный, надо копать как можно поглубже. Это зашквар, сейчас я по лапам узнаю, кто это был. Рокки, иди сюда. А мы сейчас сразу, ага, вычислим. Оп, вот и поймали. Что это тут за песочек такой? Напишите, как вы относитесь к таким деревянным домикам. Для меня вот недельку отдохнуть очень круто, но жить не знаю, как-то с дерева. А тут хотя уже такие новогодние гирляндочки. Круто. Все, идем. Пошли. Как только выходит солнышко, вообще сразу восхитительно. Как же восхитительно здесь смотрится природа. Все, мы зарядились на прогулку, потопали. Сейчас изведаем здесь все вокруг. Такой приятный поселочек. Все вокруг деревянное, такое прямо игрушечное. Очень красиво, как в сказке. Вроде бы все домики деревянные, просто деревянные. А при этом каждый разный. Уматно. Вот так вот понастроили домов для себя дачка. Или под дачу, как мы приехали, арендовали на несколько дней. Насладитесь этой красотой вместе с нами. Надеюсь, GoPro-шка передает. Просто красотища. Вот это свобода побегать тут, когда первый снежочек, братва. Первый снег у нас. У вас уже выпал снег или еще нет? Я супер давно не вставал в 7 утра, но здесь проснулись, свежий воздушочек, такие запахи хвойные. Энергия прям прет, невозможно находиться в доме, хочется гулять. Сейчас гуляем по лесу, надеюсь, найдем огромное озеро. Здесь огромное печенежское водохранилище. Кто шарит, те понимают размеры. Поставь лайк, если любишь видосики, когда мы гуляем по природе. Так много людей пишут, что любят, когда наши собаки по просторам бегают. Вот, поддержи лайком, чтобы мы почаще снимали такие видео. У-ху! Да чего это мы добежали? Песочек, пляж. Все, бросаю. Плаваем. Да, братва, посмотрите, лед ломается, лед. И до горизонта понеслось. У-ху! Кайф!
замерзла. Лекси. Какая будет у нас реакция на такую вкуснятинку? Ями. Будешь облизывать? Нет? Ладно, дурных нет, никому не интересно, тогда как жабку запускаем. Ну, почти. Здесь работает спецназ. Кого вы там нашли? А? Что-то унюхали, причем втроем всей братвой. Лекси, кто там, что там? Давай, по очереди, понеслось. Лекси попробовала судьбу, не достала, теперь Рокки. Рокки, попробовал? Что там? Ваши ставки пишем в комментариях, что такое интересное нашли? Эти три сраки торчат. Так, и теперь самый крупненький попытается. Каждому интересно, Лекси попробовала, Рокки сошел. Что это такое? Прикольно. Надеюсь, вас сейчас там за нос ничего не цапнет. А подскажите, я что-то не могу раздуплиться, но тут реально весь берег, все в ракушках, прям настолько в ракушках. Лекси, разберись с этим раскладом. Просто все в ракушках, а там еще и мидии такие, рапаны крупные. Что это за находка такая? Что это за пляж, где столько панцирной живности? Надо все изучить. Через нюх, конечно. Нюхнули? Не катит. А додуматься раскусить попробовать, не? А что это у тебя за находка? Фу, Майки, нельзя, отошел. Нельзя, Майк, нельзя. Чей-то череп. Ребята, череп какого-то животного. Фу, и ты за него тут еще и отгоняешь всех стоишь. Фу, нет, закапываем, никто его не будет трогать. Нет, все, нельзя. Посмотрите, и Лекси охотятся. Майк, нельзя. Пошли. Мы даже забрели уже в какие-то болота, посмотрите. Все, вокруг камыши. Главное, чтобы нас не засосало, да? Пошли. Ух, лабиринт, и куда ты погнала? Вылазь, дурешка. Мы здесь гуляем и наблюдаем, сколько деревьев здесь вырубают. Здесь все пытаются застроить таунхаусы, коттеджи, дачи. Я не знаю, как назвать. В общем, здесь все расстраивается. И при этом вырубают лес. Как-то больненько, потому что посмотрите, как же это красиво. Вот иду, все вокруг, просто все вокруг такое красивое. Но я понимаю, что даже не знаю, что вам снимать. Потому что вокруг красота. Хочется, чтобы просто вы этим вместе с нами любовались, хоть просто бери и прямой эфир паручасовой веди, как мы гуляем. Как можно перестать здесь снимать, когда такая красотища? Я супер мерзляк, вообще не люблю, когда холодно, но когда вот такой снежок и так красиво. Наверное, можно включать счетчик, сотый раз говорю, как здесь красиво. Каждое дерево, столько разных завитушечек, как оно интересно растет все. Прикольно. А что мы там вынюхиваем, а? Шишки ищешь, а? Белочка моя. Ну, у нее же пушистый хвостик, прям как у белочки. А еще для нас мега-квест. У меня сел телефон, мы идем не по каким тропинкам, а просто шаримся между деревьев. И я не представляю, через сколько часов мы потом выберемся, найдем дорогу обратно. Потому что домик, в котором мы остановились, он просто стоит посреди леса. Это не вдоль дороги, вдоль шоссе, просто посреди леса. Как мы найдем дорогу, не понимаю. Тут посреди леса чьи-то палатки, такие именно халабуды. Я очень надеюсь, что наши волки сейчас не растормошат эти жилища. Но думаю, сейчас люди будут в шоке. Вон одна... Там другие, и мы пошли исследовать. Майки меня напугал, он только что увидел эту халабуду и начал рычать. Я аж так немножко взбодрился, думаю, мало ли какой зверь тут, кого он увидел. Где-то гремит гром, такое просто голубое синее небо, и где-то гром, собаки боятся, а при этом нашли какую-то непонятную такую... Что это такое? Напишите в комментариях, кто здесь жить собирался. Это не достроили или уже разрушили? Даже обычная паутинка, а сразу так симпатичненько. Кайфую от всего леса, чё бы здесь ни находил.
Подбежали, проверили, живой. Живой! Как думаете, стоит нам переехать хотя бы на пару месяцев куда-нибудь чисто в горы, пожить в горах? Какое оно все пахучее. Жаль, пока еще нету технологий, чтобы передавать вам этот запах, настроение. Класс. Каждый шаг что-то новое и интересное. Вот просто шаг делаю и достаю сразу камеру. GoPro-шка у меня на морозе вырубилась, поэтому на телефон снимаю. Как подснежнички, грибочки здесь растут. Сколько ходим, просто десятки деревьев. Видите, оно просто само упало. Прикиньте, как здесь стрёмно было бы под ним проходить в этот момент, когда просто падает ни с того ни с сего дерево, потому что, я думаю, происходит это достаточно быстро. А таких деревьев куча, все в них, в поломанных, поваленных, вон, все, гляньте, сколько стволов лежит, все в деревьях. Вкуснятинка, и воду с собой брать не надо, да? Поживали, снежок. Так, а вы Рокки что-нибудь оставили? Рокки, а? Тебе есть снежок? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хватай, мой красавчик. Ом. И тебе, мужичок. И ты, солнышко. Рокки, голос. Голос. Молодец, на. Свой, ты хочешь сидеть? Голос. Голос. Нет, давай поувереннее. Хочешь крылышко, вкусное крылышко? Голос. Ом. О, ты моя зайка. Еще раз, голос. Оф. Нет, давай такой уверенный голос. Майк, голос. Уф, молодец. Кушай. Пошли. Ты уже проглотил? Лекси трескает тут. Ух. А ты уже ждешь. Новую порцию ждешь? Ну, пошли. Так, а что, курочку вам разогреть не надо, а? Может, разогреем? Лови, мужик. Оп. Вкуснятина. Что нужно для счастья? Любая деревяшка может стать идеальной игрушкой, да? Уже хочется? Как только я ее поднял, все уже хочется? Погнали! Так, а что у нас тут за прибамбасы такие все красивенькие? Как тут сразу пахнет деревцем. И ты, добытчик, сразу ворвался. Перчаточку принес. Где ты ее намутил, а? Где ты ее уже украл? Кто шарит, сейчас именно закат, не рассвет. Вы представляете, именно целый день шаримся по лесу. Уже прошло часов 8. Когда лед проваливается, не очень удобно, да? Куда ты пошла, путешественница, а? И поскользила. Звезда на льду. Давай, давай. Поехала. Майки, что это мы нашли? Что это у нас тут за нычки такие, квест-комнаты? Что, будем заходить смотреть? Ух, ты отважный парень. Не-не-не-не-не, Майки, вышло. Вижу там битое стекло. Майк, ко мне. Вышли. Нет. Побомжать не шаримся. Пошли.